Первыми порог обновленного мелитопольского РАГСа переступили молодожены Вадим Данченко и Мария Дымова. Вместе с гостями будущие супруги оценили атмосферу и изменения нового зала. Великолепная атмосфера. Для нашего города это очень большое событие. Для всех это радость. В День всех влюбленных тут настоящий ажиотаж. Супруги Данченко были первыми молодоженами, но далеко не последними. В первый день работы обновленного РАГСа тут заключили брак еще 7 влюбленных пар. Еще недавно городской отдел бракосочетания ютился в небольшом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Теперь для торжественных собраний в местном дворце культуры выделили отдельный зал. Говорить о том, что это весомое событие, я думаю, не стоит. Все это и так прекрасно понимают. И я говорил об этом, что это событие областного масштаба. Раз открывается дворец бракосочетания, раз здесь будут звучать радостные голоса, раздаваться музыка, шампанское разливаться в бокалах. Это говорит о том, что люди живут, люди строят свою жизнь. Обновление местного зала бракосочетаний – подарок не только молодоженам. Праздник отметили и сотрудники РАГСа. Они переехали в новые кабинеты. Для них нашлось место на втором этаже ДК «Шевченко». Артем Довжик, ТВ5.